Нормально, мы их так сделали. Вы знали, что герои ИТК сделали в честь группы композиторов, писавших музыку для Варкрафта? Не может. Чего? Какого Варкрафта? Ты из разработчиков группы, это я знаю. Это небольшой секрет, на самом деле. Таурены 80-го левела. А потом 90-го и 100-го. Да-да-да, прокачивались, ребят. Ну, вообще можно такую, ну, с неким респектом сделать. Там же на самом деле много пасхалок. Я тоже как-то читал за мальчика, который был болен, приходил к ним, ну, они его к разработчикам его приводили. Потом в Варкрафте назвали там в честь него юнита, ну, НПЦ. Там Таурен тоже какой-то стоит, он, по-моему, даже его вроде как озвучивал. У них там вот. В команде другого человека умер от сердечной недостаточности, они ему память сделали в одном из роликов в Старкрафте, там, где, по-моему, Джим Рейнер берет какую-то... Он был, да, есть же в Старике там такой ролик, там Рейнер берет жетон в руки, и там имя геймдизайнера. Ну вы поняли, веселый стрим у нас сегодня. Есть еще памятник Робину Уильямсу. Есть еще памятник у них. Это в Варике. Если ты мертвый, там вот над одним из надгробий ангел висит, тоже с именем, короче, кого-то из разработчиков. Так, Зератул за ним, да? Окей. Я там. Что скажешь? Я там. Ты человек, успокойся. А есть у меня 2 минуты? Нету. Поймав, уже ушел и решил, что есть 2 минутки. А, понятно, ладно. Тогда беги быстрее, пока он не запалил. Да я здесь как бы. Ах ты, чё, уже поздно. Из кустов выгреб. Чёрт. Дэс, пригласи всех в команду присутствующих. В ДСАФ. Как? Ну ты же это. В командную игру пойдем. А как? Мне теперь надо... ДСАФ, и не только ДСАФ. Настя, передай ДСу эту. Мне надо руководить. Сейчас. Руководство. Конфой. Простые правления. Корона. О, ух ты. И вот он, кровавый бой. Аф, как всегда, сидит на каменах, представляет своим тиммейтам познать радость сражения, пока главный герой копит свои силы, собирая пауков в банке. Это про паучий уровень, видимо, да? Какой будет итог этой битвы, мы узнаем, когда Аф дочешет свою голову и начнет показывать, как играет настоящий про. Мы уже знаем итог той битвы. Он просто всю игру вычесал голову. Да, поэтому мы проиграли тот бой на танках. Не полную игру. Так. Я могу еще. Нет. Ладно. Всем привет, привет, привет. А за затроллил это и непроменяемо. А вы знали, что вы задроты? Кто, мы? Мы все задроты, да. Да не. Мы все новые лайферы. Куктана. 1102 вот, игры. Нет, смотри, вот нет. Простой вопрос. Настя, у тебя есть девушка? Ты задрот. Я пошел курить на этой нет, грустной это ноте. Я даже потеряла дар речи, не знаю, что ответить. Че у нас ранг 50-й? Давайте играть в команду. Так надо побеждать. Мы сможем. У нас есть мурка. Мы еще не попробовали тактику играть с саппортами. И спецами. Боже. Спецами легко побеждать, вот саппортами я вообще... Велика вероятность, что с это 5 разных саппортов не найдем. Упс. Ну вот так, например, по-моему, Фурионам понравилось бегать. Ага. То-то он им никогда больше не играл. А Батур тоже саппорт. Да ладно, он неплохо кусты ставил. Он садовник, а не саппорт. Теперь у нас есть свой чатик. Хм.
а он пришел. А у тебя парня нет. А, девушки. Вот ты мужик-то. Эй! Я не буду это читать, Черницкий. Да ё-моё. Алло. 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 Алло, кто это? Кстати, насчет того правила, то, что вы говорили, то, что нельзя быть Лиги Героев играть. Вы не представились. Это неправда, кстати, то, что ты мне говорил. В смысле? Но... Сейчас это пока не работает, они рейтинг собирают. Когда это будет работать, это не так будет работать, как ты сказал. Это... Нам можно будет играть Лигу Героев, просто если мы соберемся вот этим составом команды в пятером, нас автоматом будет кидать в командную лигу. Ну вот да, все. Я так и сказал. А если нас будет четверо или по одному будем играть, то будем в обычной Лиге Героев, вот и все. Ну, так я это имел в виду. Нет? Ты так сказал, как вот прям вот если ты в командной, то все, тебя не пустят Лигу Героев. Да нет, пусть я только не в пятером. Ну и похер же, какая разница-то. Ой, ну. Прикольно, нашел конфетку, называется Капра, вспомнил Dark Souls. Капра демона? Ага. А зачем такие вопросы Насте задаешь? А если так, Аф, у тебя есть парень? Нету. Вот ты мужик. Главное, Вове объясни, что это просто для прикрытия, и ты его не бросишь. Вов, я тебя не брошу. Боима. Черт. Вот это точно по-задротски прозвучало, я думаю. Многие задроты World of Warcraft говорили эти слова. Ну что, мы готовы? Все, да-да, да? Да-да. На фоне. А у Джаны нету груди. Вот что я понял. Как нет? Не важно, начинаем. Вот в Центурионе есть рельеф, а так нету груди вообще. А вдруг Джоанна мужик? А, Джоанна. У нее доспехи просто специальные, чтобы грудь убирали. Ты че? Как у Супермена? Как у израильской армии. Как у Супермена? Что? Неизвестный факт о Супермене. Чего? Намекаю, как бы. Мы тут играем. Начать надо нажать? Да а, не, вот не, чё, не обязательно. Вейда ждем. Чё не так-то? Вот, что, Вейда ждём. Что, Вейда ждём? В одну лигу пошли? Ну, а там в команде всё? А я чё-то не думал, что в командную лигу пошли мы. Всё, все здесь, погнали. Ну, мы попали. Ранг 50, ребята! Я Зратул мой, не трогайте небесный его. Храм. Небесный храм. А, да, небесный храм. А, я умёрший. Да. А где мой? Вот он. Впервые играем в командную лигу, это интересно. Я боюсь. Господи, циркулярий, какой-то Таргариен умерший, по-моему. Да мы ниже не опустимся, не беспокойтесь. Вот, кстати, да, нам бояться нечего. Всегда с тобой. Посмотрите на их ники. Я говорю вообще. Слышь, мы против кого играем-то? Израильская армия как раз против нас выступила. Обиделась на твои слова. У них там у всех груди нету, походу. Ай, пора драться. Да. Вообще непонятно, кто, девочка, мальчик. Наш дух сломлен. Я думаю, дракончиков там все проще гораздо. Вэй. Вэй, чё ждёшь-то? Ну так. Тянешь время? Для пафоса. Чё за... Чё за бред? А чё я? Чё за хрень была? Чё было? Это был разброс. Я понял, оно... Типа, сейчас тебя подтверждает, потом меня... Ну, типа, я не подтвердил. Можно так даже? Ну, типа, я не...
Суть в том, что можно заменить. Ну, то есть, чтобы там сначала Джанну взяли, ага, а чтобы ага. Это все была тактика, вы не понимаете. Прикольно. О, там или, Алекс, ну, посмотри. Это чтобы посмотреть, какая у них команда, видимо, будет, или как? Да фиг знает. Не знаю, я не понял смысла. Нет, но мы можем занять Джанну первее, чем стоит игрок, который играет за Джанну. Ага. И они ее не возьмут. Окей. Ну что, давайте, да, давайте тащить команда. Давайте тащить, я отмажу пика подальше, держитесь. Ага, это да. Попробуем. Мне надо это, если вы попадете все толпой в мошпит, надо будет вас заморозить просто, пока он танцует там. А так он тоже заморозится. И... А, надо вас заморозить, а его не зацепить. Знает тебя. Ну вот не надо, Зратула я тащу. Зратула это единственное, за кого я нормально тащу стабильно. Единственное. Давай я. Хотя Занзибо тоже неплохо отыграли, заметьте, так что. Так что все будет отлично. Угу. Угу. Сейчас мы этих израильтян порвем просто. Сидят там в скайпе, балакают на своем дебильном языке, наверное. Идиоты даже. Жуют. Даже русского не знают. Чмошники. Не говорят, а слова жуют. Вот-вот. Тупые. Вообще тупые. Ой, я на паучке. Прикольно. Вот мы знаем израильский. На восьминоге? На восьминоге, да. На шести. А умеет восьминог танцевать? Нет, это восьми. Не умеет. Ну ладно. Слушай, это ужас садов получается. Тоже танцевать умеет? Ну, говорю, надо проверить. Умеет. Умеет? А видели танцы? Я видел. Ну, как оно? Он сексуально? Нет. О, смотри, уже приперлись к нам. Он танцует, это же тебе не грудь. Он меня, по-моему, спалил, нет? Ой, тихо. Не, ну, кстати, я замечу, по идее, у них тоже 50-й ранг, так что... Ой! Тут тралы. Тасадар. Мы сейчас по опыту затащим. Конечно. Мы сколько не играли-то? О, блин, за дьявол-то начигачил. В смысле, по опыту, не тому. Да я с ТТС на Ване, у меня, думаю, проблем не возникнет. Далеко, нормально. Сука, хилится, педик. На тебе еще мол в дорогу. Тест, тест, тест. Зачем стоишь под этим? Урки, педики. Мне же надо было всю ману сжечь, чтобы еще хэлло взяли. Жадный. Блин, 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 блин. Ну вот он наш. Вот отлично. Первый фраг наш. Нет. Я помер. Да? Да. А телепортиться не успел. А там тралы. За кого? А, мурча. Храма. Нет. Я женщина. 10 секунд еще. Ты Джана, что ли? Мертвая женщина. Сильвана? Да. Как может вообще мертвая умирать? Надо зарепортить, Blizzard. Ой, у нас двое только. Чё-то они зафейлили со своей. О, о. Куда он делся? А, молотом не добил. Ой-ой-ой. А я под пули лезу. Лол. Чётко, смотри, мы тащим. Мы тащим. Верхний храм. А ты вызываешь у меня отвращение. Я вызываю у меня отвращение. Чё у тебя там отросло? Вот тоже вопрос. Ты как радиация. Теперь я буду неожиданно. Почему у храма стреляли? Да, подошел в наглую, добил так утро. Я пошла помогать ребятам, потому что там все. Правильно. Молодец. Там 40 вам идет. О, танцор на блоках. Ну все, да. Танцор забавный. Да, теперь танцор мертвый. А мы не так слабы, как он думал.
топором. Сверка, сверка. А, нет. У нас есть хилер какой-нибудь? Да, я. Сильвана? До смерти хилер. Ты мне давай тут не шути, понял? Да, у нас командная лига идет, все серьезно, ёпта. Да, у нас. Прям загрубил. У вас команда ДСАФ называется. Ай, беги, беги, Заратульчик. А, посвистик, конечно, привет. Ой, опять эта парочка снизу. А что-то у меня до базы, что ли, дойти? У меня пока мало. Ладно, я до базы. А, не, фонтан, вот, 3 секунды. Отлично. Ну, а как он хорошо, по-моему, тут. А, ты тут? А, ну, ты свой. О, сада. О, полечился, молодец какой. Я тебе молотом. Как он может... Как он может жить. Схватить летающее существо? Я чуть не понял, он же по земле бежит. Он бежал. Так он говорит, что... Ну, Фальстада схватил своим волком. Фальстад странный какой-то, он и на мину наступает у нас. Да, да. Да. Машет слишком сильно. Да, да вообще. Ты орлу своему скажи, чтобы ноги поджимал, когда летает. Не да, поработан. Быстрокрыл он не особо, по советам. Не особо, да. Он не особо летает, если по самовольная птица такая. Слабовольная, я бы сказал. Ой, храм. А внизу храм, ребят. Внизу трал. Он более опасен. Там, короче, трал, да, забрать. Сейчас я прыгну, тебя изберем. Ой-ой, как-то я это. О, как он веселый. Давай, отходи. Да. Есть. Да я его даже не ожидал. В кустах стою, жду. А он меня оббежал. Сам еще бежит. Двое бегут к вам, так что прям с Джаной где-то гонится. Так что аккуратней будьте, да? Блин, его бы в их сторону развернуть как-нибудь, чтобы он с ними бодался. Короче, командная лига ничем не отличается от обычной, кроме менюшки. Ну это нормально. Обычная яла. Ой, никто не стоит. Я себя не вижу, я убегаю, чтобы себя видеть. Привет! Утер! Как дела, девочка? Осторожно, не достал. Всех отхит. А, ладно. Есть, наша. Ох, Нафань, врывайся. Врывайся, нихера себе. Ой-ой-ой. Видел, все что видел. Забыл про хилку. Сейчас стреляют, суки. О, вот вдвоем встали, все, сейчас. Вот. Валим, валим. Знаешь, как будто ты это. Кого-то призываешь. Все, четко. А, хорошо. Слышали, да? Чего? Да, я говорю, Настя кричит, убейте Тасадара. Я говорю, когда она быстро Тасадара повторяет, такой, кого-то призывает. Тасадара. Приди. Звучит как песня. Ой, талант. Ультимейт. А у них нету. Да, это вряд ли. Хотите попасть на Гаиле? Что, надеюсь, это вряд ли, что она не появится, она уже будет. Она уже у них сейчас будет. Какие ух ты! Мама. Джейна? Это не мама. Не Джейна. Так, нас я наверху он пропушивает, я смотрю потихонечку. Пытаются. Это район на центре. Я ее вроде разделяю еще. Эй! Настя, нет, не трогай, захватывай это, отбивать. Ну, он... Ой! Это я залез. Бей. Иди все. Бей. Давайте не сразу прошлое. Хороша чертовка. Ах ты, блин, канул. А, застрял. Замер, валим их. Тихо, Джайна там. Слышь, у тебя щит твой нет, тварина. Джайну лучше... Есть! Нет, это я Джайну убил.
Тот выжил, да. Все слышали. Да, да, мы поняли, да. Это я. Ты. В смысле, Джай, ну я гнал снизу, а ты этого там... Ну вот я же говорю. А я ей всадил кинжал взрывающийся. Ей ты, по-моему... Ай. Ну он по радиусу бьет. Ща мы повтор пересмотрим. Да-да-да. Знаешь, у меня все ходы записаны такой. Видишь, что ты с меня дорогу преградил, ты мешал другим играть вообще. Слушай, я вообще снизу бежал, преградил. Вообще, выходи отсюда. Вот лучше играть. Ай, ты застрял я. Блин, паук толстый какой-то, мне не нравится. Ох, там толпа внизу какая. Вниз не ходите. Я посмотреть только. Снизу не ходите, сверху сходите. Где они все? А, они наверх пошли. Серьезно? Спасибо за инфу. На лагере. Можешь потонуть ко мне? Ой! Что я здесь делаю? Ах, да. Знаешь, видимо. А, да, играю в Герои Выборы, да. Ой, так прикольно, ты сдулся. Да. Красиво зашел щит. Вообще ничего. Ох, ты два раза. ETC утро. Не, утро это утро, ETC это ETC. Не путай. Помощь. Мне нужен помощь. Нужен помощь, да? Помощь идет, начальники. Начальники. Лагерь захватить. А, лагерь. Что такое? О, афиг. Лагерь. Нахер идите там все. Мы не можем, у нас игра. Мы с радостью, да. Так уж и с радостью. Ну, вы же сказали лагерь брать. Наверху толпа цел. Сейчас, что там делаешь? А? Жду, когда кто-нибудь отобьется. Вот и он. Ах ты, сука, хитрая. А, понятно, он не один. Че, убил что ли кого-то? А, Светик, Дэс, ну ты что делаешь-то, Дэс? А что сделаю, их там трое. Беги, чего? Я и убегаю. Беги. Херат не убегал. Вот твою мать. Я не волну, Федор. Ой, спасибо. Эх, меня убили. Спас нас. Ну, Стасадар спас. Ах ты, сука. Ай, прикинь. Вовремя. Обидно. Накинул щит это на него. Блин, у меня смерть первая. Обидно. Как раз храмы воскресли. Храмы воскресли. Храмы воскресли. Как говорил Конан, да, храм. Катка затащена, я про себя, конечно, за пошел, то мы тоже затащим. Ой, Джайна ко мне. Давай себе трал убьем. У нас тут трал идет. Где? Вот. А вот тебе куда-то нельзя прятаться. Жаль. Оп. Приняли. Отравил. Ой, там утро. А чё на месте стал стоять? О, их тут много, я ухожу. Наши. Такой типа, да пофиг. Убежал? Ну ладно. Чё, так он остановился, я ему щит, говорю, в затылок кинул. А-а-а, молодец. Ульту, да? На файн, да. Давай. Прикольно. Чё, он тебя увидел? Да. Ой, их двое. Да прыгай! Сука. А-а-а, я упирался в этот, в стенку. Понятно. Блин, Садар, ну выйди на крылечко. Не, это ты можешь его забыть, этот хитрый хуй. Ой-ой-ой. А, Светик, ты что там делаешь? Я бы убежал, родная, ты чего? Ништяк. Ой, по-моему, четвертый бежит. Ай, попал. Ехаю к вам, ехаю. Три секунды, две, одна. Нормально. Спасибо. Отлично. Ну.
Ай, хорошо, Джиана. Ай, Дес, отлично попал. Молодец. Догоните, нет? Конечно. Чего не хутор, то убегает? Всех вас уперся, блин, на форсаже. Ну, блин. Он жопу прикрыл себе. Ослепление. Всего получили вообще. Ну! Есть! Догнали! Сука, всю карту гнали его. Так, я пойду вверх зачищу. А между прочим, это командная лига. Да, да, да. Бедная команда. Нобы. И такие в следующем бою. Блин. Чувствую, там уволят кого-то у них. Ну да, да, уволят. Контракт только вчера подписали. А, 50 ранг, первая игра. Нет, босса не надо. Все время пугаюсь, вижу Джианну. На, думаю, что не наш. Храма. Храма. Ну и чё? Чё дальше? Ну храм. Просто сведения. Зараза, у меня фулдаун нет. Есть кто еще? Нет у них? Трал. Герой Нексуса. Вот, трал. Ох, как он. Давайте вот так сделаем. Я прилип. Нормально. Начинай БК бить. Вот и все. Даже его щиты этого не выдержат. Боссы на храм. Давайте. Боссы берите, я возьму храм. А, Цесадар-то выжил, я смотрю. Ох, вернулся. Ох. Нормально? Идеально. Так, надо храм прикрыть, я чувствую. Нет, надо даже выйду тупо помочь, наверное, нет? А, ты отстрелял уже даже. Все. Красавелы. Ну это разгром, ребят. План разгром. Иду. Момент настал. Давай. Смотри. Бэм. Господи, он босс, по-моему, всех убил. Молодец, босс. Неправда? Ты же со мной была. Чё, побеждаем, нет? Сейчас побей, ща. Говно. Ай-яй. О. Догнал. Смотрите, урод побежал. Выпускай урода. Давай надругаемся над ним. Не, надо опыт, что ли, набрать. Ну чё, верхушку там надо сломать. Верхушка. Вот что я думаю. Все. Че, они даже уже не выходят? Они выходят некоторые. Да просто давайте храм захватим. Ну или как-то так. Да мы почти уже это. Хватит выпендриваться, уже задрали. Который, давайте. Вы не такие сильные, чтобы выпендриваться. Не, мы все домики снесли просто. Нам что еще надо? Вот чуть прилетело. Чего это? А кто это был? Индиана Джонс. А, серьезно? Индиана Джонс. Харрисон Джонс. Да. А еще на карте с пауками он такой вниз на канате спускается. Сука, серьезно? Да. Круто. Творим победу. Ну там перед боем надо на определенные как бы вещи там тыкаешь мышкой, короче. Он вылазит, а потом в конце боя. Смотри, очков рейтинга получено. Очки рейтинга 26, бонус за навык 40. Покажи статистику. Бонус за навык это он просчитывает, ну то есть система пытается приравнять ранг настоящий наш.
А Ольта сбил. Ну, то есть бонус за навык это так просто. Это не вы заработали, вы 26 заработали. 40 это нам подарили нубы, про тех, которых мы играли, да? Это нам Blizzard подарили за то, что мы такие крутые. Ух ты. А могут и отнять. Такой, Blizzard считает, что я крутой. Да, ништяк. Сам Харрисон Джонс пролетел. Вилл, вилл, еее. Это Blizzard выпустили. Специально, да. Пускай урода, да. Смотри.